Привет, друзья! У нас сегодня наша постоянная рубрика Hot Wheels Track Show. И у нас сегодня 5 машинок из серии Snowstormer. Да, и это сегодня у нас снежный выпуск. Видите, у нас выпал снег, мы на речке. Поэтому у нас снежная серия. Да, правильно. Не знаю, сможем ли мы долго снимать, потому что сейчас мороз. Это будет такой необычный эксперимент. Так что мы ждем ваших лайков, комментариев, положительных желательно. Все, сейчас мы соберем простенький трек, потому что довольно-таки холодно. Вот, и покатаем эти 5 машинок. Сейчас мы их распакуем, покажем вам по отдельности. Это новая серия 2016 года. Тут 5 машинок, видите, у них у всех белые колеса, что, собственно, и объединяет их, наверное, в серию Hot Wheels Snowstormers. Итак, давайте посмотрим все 5 машинок. Вот такая вот беленькая, прям белоснежная. Выглядит по-спортивному, прозрачный у нее салон. То есть это прозрачная крыша, стекло. И впереди значок треугольненький. Так, дальше вот такая вот зеленая, тоже прозрачная, со спойлером. Потом вот такое снежное багги прикольное под номером 3. Дальше тоже багги. С номером 8. Да, с таким прям защищенным передним стеклом, с мощными рессорами. И вот этот, я точно помню, называется Nerf Hammer. С огромным двигателем на 10 цилиндров. В общем, вот такие 5 машинок. Клёвый. Да, сейчас мы их запустим по треку. Итак, вот наш трек, это такой простенький трек. Фишка просто в снегу. Вот все горки съезжают, тут у нас петля. Едет, едет, едет и выезжает на лед. Все, поехали. Стой, стой, стой. Ну, друзья, мы страшно замерзли, да? Угу. Да. Идем домой греться. И кажется, мы потеряли самую белую машинку, потому что она белая, где-то застряла в снегу, да? Угу. Да. В общем, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки за наши замерзшие руки. Пока-пока. Пока-пока.